Жители города Черкесска, внимание, потерялся котенок, рыжего окраса, породистый, маленький, очень маленький. Кто видел, просим обратиться в службу спасения. Котеночек пропал, персик. Не видели? Рыженький такой. Видим, принесем. Спасибо. Маленький. Нет, с удовольствием бы открыть. Не видели нигде? Рыженький, маленький. Да, рыжий, маленький. Не видели? Котенка поделили. В пакете случайно нет у вас котенка? Рыженький, маленький. Целый день я понимаю, но я здесь, я так остался. Потеряла, не могу нигде найти. Не видели нигде? Ну, извините, пожалуйста. Нет, серьезно, я потеряла котенка. Не видели? Нет, рыжий дворняжка. Чего он хочет? Возьмите меня, я дочка. Вас? Не знаю, да. Котенок-то лучше. Да я тоже мало ем. Да? А он много ест. Не видели, да? Ну, извините, пожалуйста. А, ну, я увижу, позвоню вам. А, да? Я же часто здесь, как-то сюда недалеко. Здесь. А вот вы, если увидите в службу спасения, позвоните. Я также в МЧС. Да, вот мне спасатели помогают. Ну, извините. Идите дальше. Дальше еще прикольнее будет. Идите дальше. Ну ладно. Фотографии-то нету? Да так, по описанию. Маленький, рыженький, красивенький. Просто жалко. Со мной тоже один рыженький работает. Если что, я принесу его. А у вас снимали скрытая камера, посмотрите, вот туда там учитель. С 1 апреля вас снимает скрытая камера. Yeah.
Первый вопрос.